Ребят, дорогие друзья, сегодня очередная канитель. Я был в комнате раздумий, и на меня навеяло одно блюдо. Я изобрел рецепт. Оно называется... Я не могу даже выговорить. Сарцидерка по-кузински или от кузина. Короче, что для этого мне потребуется? Ну, для начала, мало ли мне вдохновение придет и тема пойдет дальше. В общем, смотрим. Это две сосиски и одна сарделька. Сыр, помидор, яйца, аджика, тут соевый соус, васаби разбавлен хорошо, соль, тут на самом деле засыпанные это смесь перцев, терка, все дела, в общем, будем начинать. Да, такое дело, меня очень просили не снимать майку, и я сам так подумал, как на кухне. У меня тут иконы. И сидеть без майки не вариант. Я одел вот такой вот классный сараф. Ой, сараф. Как он? Фартук. Вот. Так, меня там не видно, но главное, чтобы был виден стол. Это рецепт. Если вы не верите, там кто-то, что я... Вот, я сегодня его придумал. Так, мне понадобится сначала разделочная доска. Вот. Так, что тут у нас написано? А, и в чем прикол будет, я буду это тереть на терке в чашку. Сначала я потру сосиски. Вот тут терка разные эти. Я, наверное, одну сейчас... Блин, вот с этой потом мыть, наверное, будет, да, плохо? Я сейчас попробую вот на такой. Че, как она пойдет? Что она вообще не идет. Кстати, эти сосиски, я сварил все в чашке. Что-то слабенько идет она. Сейчас попробую вот на этой, на покрупней. А то она мне туда вместе с пальцами уйдет. Вот, приглашаю на ужин всех. Все говорят, нет, ты лучше сначала сам попробуй свою сердерку эту, а потом уж мы как-нибудь. Так, в общем, одна, ну это я сейчас размельчу, одна ушла, сейчас попробую сарделька как туда полезет, ну в маленькую полезет. Ладно, пойдем проверенным способом. В общем, натер я. Выбирал все вот эти ошметки. Вот все перетерто. Так, сейчас буду тереть туда помидор. Да, помидор по рецепту. В этой же терке попробую, как он пойдет туда. Ну, идет такая фигня, похожая на аджику. О, так я его могу и на этой попробовать, вообще вот на такой. Главное выдавить с него сок. Не, на ней хуже. Вместе с мякотью, так бы я его рукой раздавил. А шкуру эту, блин, все трясется. Ладно, в общем, я сейчас, да, снимать. Вот, в общем, от помидора осталась рожка да кожица одна. Все, весь он туда ушел. Так. Все. Весь ушел. Сейчас покажу, что тут получилось.
получилась вот такая вот вещица. Сейчас я это все буду... Так. Это все сейчас буду перемешивать. Так, в общем, что у нас получается? Я перемешал, вот это все как выглядит. Ничего мне не увеличено, а то у меня такое чувство, что включен был этот. Нет, все нормально. Так, сейчас я беру вот такую щепотку на чайной ложечке соли, потому что у меня соленая будет и соевый соус. Он сейчас тоже, кстати, отправляется сюда же. Вместе с васаби, напомню, кто забыл. Так, и все. Я сейчас это опять, сейчас эту вот штуку перемешаю, буду заниматься дальше. Уже другим компонентом. То есть у меня получится одна вот эта вот штука, другая вот эта. Смешаются они уже все потом вот на такой... изумительной новой мною не опробованной сковородочки. Не переключайтесь. Наверное, уже видно, как попустело на моем столе. Так, дальше. Бью яйца. Яйца обязательно мойте все, потому что на них неизвестно, что у них из куры вылазит, там, сальмонелла. И пока они до нас добираются, это же не свои. Свои можно. Свои куриные деревенские. Свои, кстати, тоже мойте, ребят. А то мало ли скажут потом. Научили. Женек там не моет их. Сказал, не надо мыть. Это для молодого поколения. Так, бьем яйца. И это у меня, кстати, что я до этого делал, сардельки там со всей этой приблудой стоят, настаивают, я засек где-то полчаса. Кто спросит, нафига? Это для того, чтобы оно, как говорится, пришло в себя. Потому что пока я тер эту сосиску, варил ее. Вот представьте, вы сосиска, и вас труд варят, то есть ей нужно чуть-чуть отдышаться, так сказать, и чуть-чуть питаться, посолиться, потому что пока она будет у меня солиться на сковороде, жариться, то это все не то, а вилка вот у меня. Так, дальше, мне нужен сыр, у меня будет потом, сейчас мне нужна аджика жгучая вот такая вот. Я такую не люблю, вот просто так есть там на хлеб кто-то. Но я люблю вот такую свойскую аджику, и вот бабушки продают. Примерно вот столько вот аджики. Много ее не надо, потому что у нас там помидоры. Вот здесь вот. Вон там уже сок вот пускают, про что я и говорю. Соевый соус, тем более. Пусть. Так, и... смесь перцев. Это всем на глаз. Так же, как и соли, так же, как и перцы. Потому что кто-то любит, кто-то нет. Вот. Кто-то соевый соус любит, я вот люблю. Кто-то не любит. Ну и все, сбалтываем. А некоторым не нравится. Кто-то вот имбирь, допустим. Я люблю, кто-то не любит. Поэтому это на свой вкус. Уж какие основные ингредиенты, их надо класть обязательно. И обязательно... смотря какая у вас порция. Я вот делаю на двоих. Нас двое. Правда, наверное, есть это не будет, но тем не менее. Уж сегодня такой повар на кухне орудует, поэтому... все лучше, чем эти полуфабрика. Хотя это тоже, если вот еще свои... я пока раньше не буду забегать. Я еще эту сардесердерку попробую. И уже тогда мы будем с вами делать выводы. Так... это я смешал. Сейчас возьму. Как же я? Так. Это я смешал. Вот она. Стоит.
настаивается. И смешал также яйца, аджику и смесь перцев. Это я не солил. Туда, видели, солил. Так, у меня остался сыр. Но сыр я потру уже непосредственно перед... Ну, как макароны с сыром делают, чтобы он чуть-чуть расплавился. Я даже, не знаю, наверное, крышкой я сейчас посмотрю по консистенции, как будет получаться. Может, даже не буду накрывать это крышкой. В общем, так сколько мне прошло? Полчаса. Ждем, отдыхаем. Так, ну что, ребят, прошло у нас даже 40 минут, засмотрелся. Смотрю фильм интересный, «Восстание Христа», кстати, нормальный фильм. Так, в общем, приступаем к второй части жарки. Прогрел сковородку, пока без масла. Добавляю чуть-чуть совсем масла. Обычные подсолнечные, рафинированные, дезафинированные. И зачем-то я взял и потушил маргас. Сейчас буду исправлять этот неловкий момент. Вот такой небольшой огонечек будет. Ну ладно. Так. Что у нас происходит? Сразу подготовлю себе лопаточку. Вот такую деревянную. Так, и сейчас у нас вот этот бурда. Будем ее, я, наверное, лучше возьму ложку. Все равно какую. Будем ее сейчас это... закладывать. Ну-ка, запах-то. Вот пахнет помидором. Помидором, сосиской. А когда до этого был, пах соевым соусом. Так, ну что. Я вот не знаю, сейчас я если поставлю, чтобы мне положить поудобнее было. Видно там сковороду или нет. Ну, в принципе, что мне смотреть. Сковорода, она и в Африке сковородень. Так. Ари, ты там что дерешь пришел? Так, в общем, закладываю. О! Пошла возня, ребят. О! А, я сейчас так вывалю. Так, это в сторону. Дело то в сторону. Сейчас у нас парится другое дело. Вот он, пошел помидор. Я специально еще добавил помидор, чтобы он как бы, ну, не подгорал, а в таком, то я томаты добавлял, а это решил лучше попробовать натуральный продукт. Вот, накрывать я сейчас не буду, сделаю огонь даже побольше. Во. Чтобы он сейчас у меня... Открой вытяжку. Блин, а где тут свет? Забыл. А, вот. Вот он, свет. Чё тебе, на улицу? Иди на балкон. Иди. Безумец, беглец. Я даже окошко тебе приоткрою сегодня погоду. Ну, куда ты, Алёша? Алёшенька, сынок. Так, в общем, ладно, кот котом, а у нас тут именины. На чё этот интерес будет похож? Блин, а запах такой интересный, кстати. Блин, забыл, куда дел пробку, а? Ядрён батон, а вот, вспомнил. Так. Убираем масло. Там мне говорят, ты всегда в трусах дом ходишь. А в чём мне дом ходить? В штанах, что ли? Не так жарко. Дом есть дом, на то он и дом. В штанах я и в гостях могу полежать.
Так, вот как уже начинает у нас на сильном огне жариться, париться. Это уже неплохо. И вот та наша яйца там и аджика. Ну-ка, она чем пахнет? Вот она пахнет аджикой, яйцами не пахнет. В общем, сейчас я это буду тушить. Жарить здесь не получится. Блин, один он кусочек такой погоненький остался. Но это фиг с ним, ладно, что он не такой, как эти, как макароны. Так, в общем, пока у нас будет тушиться, я сейчас... А, сыр я буду прям потом в конце, прям в кастрюле натру. Там есть он у меня кусочек маленький, но его большого здесь и не надо. Тут и так столько ингредиентов уже. Так, сейчас я огонь чуть-чуть убавлю. Пойду посмотрю еще кино, и минут через 10 я верну. А что вычу? Я выключил, что ли? Вот, даже такой хватит на одну. В общем, все. Пока готовится, пока ждемся. Короче, я чуть тут засмотрелся, и как раз вот почти все это уже испарилось. Все питалось. Сейчас будем вливать. Сейчас я тоже сразу это все мешану, потому что тут сейчас не надо, чтобы оно застывало. Что ты прочитаешь? Вот. Ну и пока пусть чуть-чуть подходит. В общем, тут уже у меня почти подошло. Сейчас буду тереть сыр. Попробую на меленькой. Тут даже без крышки, я так и не накрывал за всю эту ерунду. Вот такую штучку, которая так трет, раз сверху. А некоторые сейчас, которые уж такие маленькие, так просто их положу, да и все. О, чуть-чуть слишком в центр получилось, но я сейчас это дело исправлю этой. Лопаткой. Вот. Ну так уж как получилось, я же не куда-то на показ. А получилось это вот так. О. Сейчас он должен это побольше огонь дам. И сыр сейчас подзаплавится. А чтоб сверху он, я все-таки сейчас огонь выключаю совсем. Вот, кладу крышку и огонь, все, потух. Ну все, и вот такое получится сырсидерка. О, как лазанья, ребят. А то этот не хочу, тот не хочу. Не ешьте. Смотри. Лазанья в натуральном виде. Сырсидерка. Вот, слой, все. А там что думаете, вам эти лучше, что ли, сделают? Нет, я так не считаю.
приятного аппетита мне. Ну и кто со мной будет есть РСДРку, им тоже. Ее холодный, наверное, надо. Кстати, если я буду повторять еще типа того, добавил бы сюда мучиться, кстати. Ее можно использовать как вот одну, даже на бутерброды вот такие делать. Все же любят горячие бутерброды, правильно? Колбаса, сыр, тут сыр, сосиски, та же колбаса, сардельки. Больше ничего нет тут, говна никакого, продукты все съедобные. Тем более тут только специи. Все. Ну, чувствуется вот острота отживочки. Вот, даже кусочки вон помидора. Как в чистом виде это лазанья. Мне больше достанется. В общем, спасибо за внимание. Приятного аппетита. До скорых встреч. Пока. Не унывайте. Уговорил брата попробовать. Вот прям отложил. Ну и вот это вот прям возьми. И вот честно скажешь тем, кто не верит. Вкусный? Не-не, но никто еще пока не пробовал. На что похоже? По-моему, ничего там плохого нету, да? Похоже. На омлет с пиццей. Ну, это та же лазанья. Так что... До скорых встреч, пока. Есть же можно? Конечно. Вот и все. Делов-то. Даже кот не устоял перед сарсидеркой. Я ему наложил. Смотрите, как ее хрустит. Да ладно, шучу. Он, конечно, хрустит свой корм. Но, глядя на меня, он его захотел. Ари, скажи, вкусно? Конечно, вкусно. Вот, так что... Что он-то сказал? Типа, похоже на... Я все-таки решил с вами поесть, то одному не хочется. Я потом она подстынет холодный, под кино посмотрю. Под футбол сейчас скоро в 6. Похоже на омлет с пиццей. На омлет, потому что тут яйца. На пиццу, потому что тут сосиски, сардельки, помидоры. Хотел грибов добавить, но не стал. Это была экспериментальная сарсидерка. Так что, когда я ее запатентую, вы будете ходить не в Макдональдсе, а ну, какие-то там рестораны, где будет сарсидерка от Якузина. Да, ребят, вот, послесловие уже, правда, время чуть прошло. Приболел просто. Вот, смотри, какие бутерброды можно делать. Класс. И вот сколько уже осталось, чтобы что ни говорил. Это очень офигенная вещь. С омлетом это, ну, не стояло никак. Ее ешь вот, как реальная вкусная, мягкая пища. Я вот сейчас вот себе... Навожу кисель, о, чай буду, вот так, когда у меня же горло болит, я пью от горла. Особая пища такая не идет. Вот, у меня полный холодильник, еды, мяса, чего угодно. Так что тут, может, что скажешь, что это... Есть, есть чего, просто это реально, реально вкусно и вот... На такие моменты вещь. Теперь точно все.